Всем доброе утро, в эту середину недели. Всем привет! У нас солнечно, у нас приятно. Всего полнедели осталось до выходных. В общем, и на следующей неделе уже праздники. У нас, я так поняла, у детей будут каникулы. Не знаю, по-моему, только 2 дня. Ну, еще проверим. Так что, что я еще вам не рассказала за вчера? Вчера мне позвонила Анжелик и сказала: мама, меня... Она пошла на работу, и она говорит: меня отправили назад домой. Я говорю: что случилось? Она говорит, что вчера, то есть в понедельник, она работала с девочкой, ну, с девушкой, чей жених протестировался позитивно на COVID. Так что эта девочка вчера сдавала тест, и сегодня, по идее, мы должны знать результаты. Но так как они работали вместе в одном помещении, Анжелику тоже послали, ну, в общем, к этой девушке сейчас относится, как можно сказать, позитивная на COVID, так как она живет вместе со своим женихом. И, в общем, да. Но Анжелика, она работает в маске, ну, это ничего еще не означает. В общем, у Анжелики никаких симптомов нет, но сегодня утром она поехала и сделает тест. Будем надеяться на лучшее. Потому что, ну как, знаете, с этим ковидом никогда не понятно. Нету однозначного плана, знаете. То некоторые заболевают непонятно от кого, просто так, знаете, как будто никуда не ходил. Вот как моя подружка Валя говорит: да я толком никуда не ходила, наверное, муж с дочкой принесли. И она переболела достаточно тяжело, а ее семья не переболели. Или просто, ну, как были бессимптомные носители. Вот. И я слышала, что в других семьях как бы вся семья болеет, один человек нормально, негативно протестировался. Ну, в общем, будем надеяться на лучшее. Так что она вчера в основном сидела у себя в комнате, чтобы, не дай бог, на бабушку что-либо перенести. И сегодня вот поехала на тест. Будем смотреть. Так что вот такие у нас новости на данный момент. О, сирены пошли. Все, утро закончилось, у нас полдень. Мы уже 2 предмета закончили со Скарлетт. Я в очочках, вы знаете. Решила одеть очки, потому что начинаю, ну, мудновато мне без очков. И легче глазам с очками. Все-таки я так и не сходила и не купила очки у Дэнни. Вырыла какие-то с одной дужкой. Ну, такие есть, все равно легче глазам. Надо бы как-нибудь сходить, купить себе. Я пыталась, мама мне предлагала кучу своих, но у нее сильнее очки. Они мне все-таки как-то тяжелее на глаза. Надо те, что у Дэнни. 1,75. Это мне больше подходит. У мамы там, по-моему, 2,5. В чем это измеряется, я не знаю. Я говорю номера, я не знаю, что к этому... какое слово к этому прилагается. К этому. Ладненько, берем перерывчик на ланч. Дэнни, когда коптил сыр, закоптил еще баллону, вареную колбасу. Я думаю, этот кусок никто есть не будет, кроме меня. Для меня много копчения не бывает. Это то, что надо для меня.
дом не весь убран. В этот раз, помните, как на прошлой неделе я начала со спален, и потом у меня не хватило, в общем, уже не было сил и времени на зал, кухню и комнату Габриэла. Сегодня я начала, наоборот, зал и кухню и комнату Габриэла. Помыла коридор и одну из туалетных ванной. И на спальне не хватило времени, так что будем завтра доделывать. Ну вот, чистая среда вам. Небольшая мотивашка. Почему я в машине? Жду Джульет и Скарлетт. Очень-очень просила выйти. В общем, Джульетте надо, так как она в Талсовском колледже, комьюнити колледже, и так как она житель Талсы, она учится бесплатно. Но чтобы учиться бесплатно, каждому из студентов надо сделать 40 часов какой-нибудь работы, для общественной работы. И, в общем, она будет делать рождественские открытки для пенсионеров, для престарелых людей в доме престарелых, да. И, в общем, это засчитает ей 10 часов. Так что мы едем подкупить материалы для этого дела. Я потихоньку удрала с дому, чтобы Джашик меня не заметил, сказала Дэнни, чтобы он их послал в мою сторону. Так что жду. Скарлетт в магазине. Ура! Бывшая работа Джульет. Cheating. I guess. Oh, there's only 12. I need like one of those, you know, fat ones. They're like plain, basically. I think I've seen it somewhere, or I think this area somewhere. Oh, look, there's stencils. Like this. Yeah, I kind of want one that I just put like on the front of all of them. That'd yeah. Be cute. Yeah. And that's the cards. Кстати, тут очочки есть. Надо, может, себе подкупить. Они с дырявыми, поломанными всякими ходить. Дэнни говорит, чтобы я начала просто 0,75. Не знаю, если такие вообще у них есть. 0,25. 0,50. То есть 1,50. А эти уже посильнее. Нет у них слабеньких, как бы хотелось. Попробую 1,25. Такие, кстати, классно видно. Лучше, чем в Дэнниных. Это 1,25. Дэннины реально были сильнее, чем надо. У него 1,75. Или вот такое. Тоже неплохо. Училка я. У меня же училка. Или вот такая. Даже не знаю. Мне как-то все равно. Я не то, что буду с ними ходить все время. They have rock candy. О май гаш, запотело. Ну, эти похожи больше на Дэнины. Мне надо, наверное, все-таки купить такого цвета, чтобы... О май гаш. Она хочет золотую кепку, видите. Мне надо такое, чтобы от Дэнни отличалось более-менее сразу. Очки потеют, капец. Ну вот, это совершенно женские, совершенно учительские и точно не Дэнины. Их, наверное, и возьму. А, кстати... Stop touching your face. Покажи. Show me. Вот такие карточки она. Конвертики купили и вот такие наклеечки решила. Ой. Кстати, поговорила я с... Okay, you're gonna find something else? I just put this away. Поговорила я с Анжеликой. Она говорит, что сделала тест сама. Она делала, говорит, через drive-thru идешь, они тебе инструкции дают. Okay. И говорит, все нормально. Было, она смогла сама все сделать. Неприятно, но мы зашли в Росс, потому что мои потерянные очки не появляются. Я, похоже, что пришло время покупать новые. В Россе здесь продаются очки. Так что
продолжаем охоту за очками. С этими фиговинами, конечно, трудно понять, что, на что я смотрю. О, что это такое? Kind of like this one. Hard to say with this freaking thing. Эти квадратные, и видно мои глаза. Джессика Симпсон. Капец, это капец, конечно. Мне прикалывают прикольненькие. Или эти тоже неплохие. Какие-то не совсем круглые, как я хотела, но тоже глаза видно, мне нравятся. А, гаврош. Я уже собралась отходить с другими очками, с такими пятисторонними, трудно сказать. Мне эти меня словили тоже, Джессика Симпсон. Наверное, эти. Кстати, очки стоили $45, здесь 9,99, так что дешевле, чем в Таргете. Мы решили купить Джашику маленький подарочек. Женьке мы купили такую брелок, игрушку. Скарлетт выбирает себе уже подарки на день рождения. Нет, это не то, что она хочет. И на Рождество. Короче, идеи. Идеи нам дает. Я нашла какую-то курточку. Goodbye, world. Ого. Turn it around. Let us see. Okay. Yeah, it looks great. Oh, and these stretch in, so like the snow will go up. Awesome. If we get snow. You know. Yeah. Говорит, что рукава хорошая, если снег. Если в снегу играться, если, говорит, будет снег. Потому что там на резинках. Так, что я купила в магазине? Мы купили тренички вот такого волка. Очки для меня. Читать. Жвачки для Габриэла и для Скарлетт. Потом машинки для Джашика. Well, not gonna do the cars today. Это уже для Скарлетт. Because, like I predicted, начинающие нулевые размеры. Очки солнечные для меня. Потом я решила все-таки купить маски для детей. Я их никогда не сошью, а иногда надо, и вот. Oh my gosh, I can't imagine. И для вайпсы для для лица. Для мейкапа снимать. Ну, как-то так. И Джульетта купила вот курточку, которую я вам показывала. На этом мы закончили. Люди мои маленькие, с машинками. Помощница. Вау. Good job. Ой, еще и песенки. I'm a brave. Actually, every pro does that every day. Every pro video gamer, they refresh every day. Итак, пришло время для комментария дня. Комментарий дня, это титул даю Алексу Мичиган. Он написал: сидіти тише води, нижче трави, вже все життя не вийде, якщо робити родину. Якщо одному, то можливо, і то стільки нервів згорить, що ого. Ох, я читаю капець на українському, я извиняюсь. Я как бы согласна, но вы удивитесь, сколько людей все-таки это делает. У нас в нашей группе мамочек очень часто бывают посты, что вот я нелегальная, с детьми осталась, та-та-та, что делать. Особенно вот это, когда пандемия началась, потому что работы прекратились, рестораны закрылись, короче, все такие работы за наличку, ну, уменьшилась возможность, и, в общем, да, все-таки, или возьмите мексиканцев, они будут жить, пока дети их совершеннолетними не станут и не сделают их
легальными. Я не знаю, если это возможно или нет, но, по-моему, многие именно на это надеются. Как-то так. Ну, а я буду прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.